Зовите их как угодно – чародеями, магами, волшебниками, но только не фокусниками. Мария Монастырева и Елена Гречихина сами себя называют «магистрами чудес». Правда, из своих представлений они тайны не делают. Их научные шоу как раз и преследуют цель в игровой форме дать наглядное представление о простых физических и химических законах. Фокусы – это обман, это иллюзия, а научные шоу… Научное шоу – это наука, которую можно потрогать и даже попробовать на вкус. У нас все по-настоящему. Поэтому мы и отличаемся. Мы не только развлекаем детей, мы их еще и учим. Это, мне кажется, это даже самое главное в нашей профессии, правда? Да. Попробовать науку на вкус – это не преувеличение. В программе магистров есть номер, когда с помощью жидкого азота и натуральных продуктов за считанные минуты получается отменное мороженое, и дети лакомятся им прямо на аттракционе. Еще им удается поймать в колбы радугу, подержать в руках настоящую молнию, вызвать теплый снег, напустить туман, приготовить сухую газировку и многое другое. Несколько раз в неделю Елена и Мария превращают свой автомобиль в волшебный фургон. Из багажника достаются разные диковинные штуки – колбы, трубы, пакеты с жидкостями и порошками. И несколько чемоданов – желтый чемодан чудес и металлический, где ожидает своей активации робот Биолоид. Его задача минимум – провести физическую разминку в зале. И задача максимум – привлечь молодежь к научно-техническому творчеству, продемонстрировать, насколько перспективны профессии инженера и программиста. Маша и Лена познакомились на нелюбимой работе – в банке. Так совпало, что одновременно ушли в декретный отпуск, родили детей, а вместе с малышами родилась идея научного шоу для маленьких и взрослых. Придумали ему название «Чемодан чудес» и в банк решили не возвращаться. Открыли свой микробизнес, заняли пустовавшую на тот момент нишу в сфере развлекательных услуг. Сразу начали с благотворительности. Первое представление показали в Шереметьево-Песочинском детском доме. Недавно команда магистров подружилась с Рязанской городской роботошколой, где собирают и программируют движущихся по воздуху и земле роботов. Так появился новый номер программы «Лига роботов». Робот совершает энергичные движения, отжимается, стоит на голове, ходит колесом, призывая зрителей повторять за ним. Получается вот такой физкультурный флешмоб. Дети участвуют в соревнованиях с помощью роботов, то есть они управляют роботами, которые участвуют в футболе, в сумо. У нас несколько видов спорта. Кегель-ринг, например. Да, да. Дети просто настолько уже привыкли сидеть за компьютерами, настолько привыкли к новым технологиям. И вот, идя в ногу со временем, мы хотим с помощью как раз этих новых технологий приучить детей к спорту. Прямо в зрительном зале создаются мультики. Ребята увлеченно лепят из пластилина фигурки и покадрово снимают их на фотоаппарат. Немного терпения, и человечки оживают, разыгрывая на экране придуманные истории. Например, о том, что особенные дети в творчестве ничем не отличаются от остальных. И не надо делить людей на тех и других. Законы мира материальны, но сам он все-таки волшебный, убеждены девушки. Научившись повелевать стихиями, магистры с чемоданчиком чудес в руках сделали, пожалуй, главный вывод в своей жизни. Радость – это естественное состояние человека, поэтому не надо терпеть привычный образ жизни, если он не дает положительных эмоций. Теперь у них есть любимое дело, которое дарит радость другим и позволяет зарабатывать. Дмитрий Соколов, РВ ТВ.